Гибелью горняков на шахте «Юбилейная» в Кемеровской области займутся следователи. Уголовное дело возбуждено после того, как спасатели нашли сегодня утром тела двух шахтеров, которые считались до этого пропавшими без вести. 37-летнего горного мастера и 54-летнего машиниста буровой установки. Сейчас их тела поднимают на поверхность. В ближайшее время пройдет процедура опознания. Тела погибших будут направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины и давности смерти. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 216 Уголовного кодекса Российской Федерации. Нарушение правил безопасности приведения горных работ, повлекший по неосторожности смерть двух лиц. В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа Следственного управления СК России по Кемеровской области, сотрудники МЧС. ЧП на шахте «Юбилейная» случилось в минувшее воскресенье, 7 августа. Во время проходческих работ в забое обрушилась порода кровли. Спасатели сумели вывести на поверхность 172 горняка. В мае 2007-го на «Юбилейной» произошел взрыв метана. Тогда погибли 39 шахтеров. После этого ее хотели даже закрыть из-за сложных горных геологических условий, ну а также неугодных условий труда. Однако ликвидировать шахту не позволили Роснедра, поскольку там добывают уголь редкой марки.